Земля от света повернет во тьму. Внимание! Впереди железовская эпидемия лохотрона. Я так назвал. Ниже провокация. Смотрите, есть вещи, это какой-то феномен, недоступный моему пониманию. Вот, вообще недоступно. Как вырастить арбузы в своем саду, это я учу. Вот, это не я делал, не я не умею. Здесь целая технология, обратите внимание, технология, да? Вот, это без меня проще. Возможно, ценнейшая, а возможно, провокация, чтобы угробить. Помните, 3 месяца семечко получить 10 килограмм вишни? За 3 месяца зимой. Вот. Кто-то вот это все разместил. Я пытаюсь понять, кто. Я уже к всем друзьям обратился, кто помогает мне. Может быть, кто-то новый канал открыл. Итак, это все толково. Так. И что получается? Я взял, и вот это, я же теперь тоже маленько соображаю. Спасибо друзьям, научили. Как выращивать арбузы? Вот набрал вот это вот. Как выращивать арбузы? Смотрите, что я получил. Итак. Как вырастить арбузы. Вот набрал это. И сюда же и нажал. То есть, как вырастить арбузы. Вот. Это та самая статья. И вот мы снова видите. Все тоже видите, все тоже. Вот. Кто-то зарабатывает лайки, да? Видите? Кто-то зарабатывает лайки. Вот. Но я к этому отношения не имею. Я взял и вот так вот сделал. Смотрите. Сейчас скажу. Где-то. Так. Ну, в общем, я хочу этот феномен поднять. Кто-то зарабатывает деньги на моей, именно на моей фамилии. Почему? Ему нужны лайки. Так. Вот. Я там как-то не могу, где вся его это. Там все мои статьи собраны. Не все, а десятки, да? И плюс вот это совершенно свежее. Меня спрашивают, это я? Я говорю, нет, не я. Вот. Это один пример, как обращаться с моей фамилией. Так, теперь идем вот сюда, смотрите. Вот. Внимание. 65-летний дедушка-агроном, я уже агроном, поделился хитростью, как избавиться от опасных муравьев. Вы знаете, как я уважаю муравьев, как я их люблю. Мне ни один муравей вреда не принес. Ну, может, укусил пару раз. Вот. Но говорят, что это полезно. Вот. Как избавиться за один день? И дальше какая-то сволочь делает вот так. Видите? А почему моя морда? Значит, она стала еще популярнее. Вот. Видите?